Первые свои деньги я заработал в 10 лет, в 91-м году, это был еще Советский Союз Социалистических Республик. Зарабатывал на спорте. 3 рубля, да. Ну, кстати, тогда это хорошие деньги были. Это примерно как сейчас, 10 тысяч. Ну, нормально. 10-летнего ребенка, конечно, да. Я начал делать бизнес, связанный со спортом, важный момент, потому что эта история, я занимался тем, что мне нравится, и это дало мне толчок монетизировать то, что мне нравится.